Всем привет, ребят, с вами Макс, и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу трейнер от семи знаменитого Хэмпуса. Да, это его Primal Menu второй версии, который вышел буквально вчера. Вы меня просили показать его вам, поэтому вот, смотрите и качайте. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А сейчас мы начинаем. Приятного просмотра. Начинаем, как обычно, с установки. Чтобы чит работал, вам нужно скинуть два файла из архива в папку с игрой. Потом запускаем GTA и заходим в сессию. Для открытия нажимаем F4. Управлять меню можно с помощью нампада. Чтобы вернуться назад, нужно нажать на нолик, который также находится на нампаде. Ну вот, с управлением разобрались. Теперь я вам покажу функции. Ну вот, ребята, на этом видео подошло к концу. Скачать чит вы можете по ссылке в описании. Также не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. И еще, если кому-то нужны деньги в GTA Online, но вы боитесь запускать сторонние программы, то у меня можете заказать накрутку. Ссылка на прайс-лист и все нужные контакты в описании. А на этом я прощаюсь, с вами был Макс, всем пока.